субботу на ТВ Рус. Смотри, какой лохматый. Что это у тебя на голове? В детстве она мечтала стать балериной. В 15 попала в плен. Что ей пришлось пережить за долгих 4 года, она не рассказывала даже близким. В 25 эта бесстрашная женщина впервые вошла в клетку к тигру. Она работала без нажима, без каких-то палок. В 30 ее лицо знала вся страна. В 35 ей рукоплескал весь мир. Мной и моим двоюродным братом в основном занималась бабушка. Все закончилось в один момент. Она очень тяжело восприняла смерть отца. И потом она считала, что она где-то виновата. Знаменитая укротительница тигров. Звезда фильма «Полосатый рейс» уединилась в своей квартире. Она закрыла дверь перед всеми, кто ее любил. Впереди ее ждали нищета, забвение и 20 лет полного одиночества. Ради бога, Маргарита Петровна, простите. Я просто язык не понял, что я вас не узнал. Да бывает, Мишенька, я уже старая. Маргарита Назарова. Королева тигров. В субботу на ТВ Русь.